Приветствует тебя, Макс Веха. Вот, продал сегодня брелок автосигнализации. Азбукобойка какая-то. Так, ну, для этого я беру, значит, вот ключик. Вот, вот так вот, раз. Опа, 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 опа. Все, ключик. Вот, готово. Сейчас мы его так намотаем. Опа. Скотчик надо будет купить. Вот сегодня. Ну и теперь эту штуковину надо куда-то засунуть, чтобы она доехала и с ней было все в порядке. Ну, для этого берем коробку вот с под чая, вот, ну и что, и пенопласт, вот, где диски пришли, как раз пенопластик пригодится. Опа, опа, так вот сейчас мы его, раз, два, вот так вот, раз, и пенопластиком сюда закидаем он, пенопластом, чтобы все доехало и не было никаких претензий. Вот это вот так туда, по бокам, что, в принципе, там особо и не надо, вот так уже нормально, никуда не денется, в принципе, не надо, все. И вот так вот, опа, 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 и скотчем заматываем. Вот, все, готово. Готовенько. Можно в футбол играть с этой посылкой. Все, тут никуда оно не денется. Это все. Все, пока-пока.